Дорогие зрители, всех приветствую вновь из солнечного Краснодара. Вчера заглянула в Магнит Косметик и, представляете, наконец-таки привезли новую осеннюю коллекцию товаров для дома под названием «Облепиха». Сейчас вместе с вами будем рассматривать и оценивать товары. Всем желаю приятного просмотра. Мягкий пушистый плед с фактурным рисунком. На выбор есть ярко-оранжевый и коричневый цвет, размер 150 на 200 сантиметров. Состав 100% полиэстер, цена 899 рублей. Декоративные фигурные подушки, два варианта на выбор. Прямоугольная в оливковом и оранжевом цвете за 500 рублей, чехол 100% полиэстер. И квадратная по типу как плед за 400 рублей в оранжевом цвете. Из новинок посуды есть стеклянная кружка с рисунком облепиха. Объем у этой 500 мл, прям то, что надо для чайных, осенних и зимних посиделок, цена 149 рублей. Рядом представлена коричневая кружка из керамики, это из прошлой коллекции, и снизилась цена на стеклянную кружку с двойными стенками с декором сухоцветов. Стоит она сейчас 400 рублей. Из кухонных товаров, из новинок появилась разделочная доска из стекла размером 30 на 20 сантиметров. Цена 169 рублей. Лично я, когда ее увидела, не смогла устоять и, конечно же, купила ее сразу. Мне понравилось сочетание такого вот цвета, серый с оранжевым. Смотрится она очень классно, симпатично, но нельзя использовать, резать на ней керамическими ножами, так как они просто-напросто испортятся. Плюс ко всему еще я знаю, что на стеклянных досках быстро затупляются ножи, но я ее купила в качестве декоративной подставки фоном, либо буду подавать нарезку. Согласитесь, смотрится она очень классно, красиво, и плюс за такую доску я считаю, что цена вполне себе приятная. Можно рассмотреть такой вариант и в подарок, тем более сейчас в магазине уже скидки. Я думаю, что такая доска впишется абсолютно в любой интерьер за счет своего такого ненавязчивого и красивого рисунка. Из товаров для кухни можно купить и небольшие соусники. Здесь в магазине представлено аж 3 варианта дизайна. Цена 130 рублей, материал керамика. В этот раз хочу еще отметить, что ароматизированные свечи в таких вот стеклянных баночках действительно ароматизированы и вкусно, и насыщенно пахнут. И здесь представлено 2 варианта. В белой баночке аромат с лавандой, а в такой вот желтой, смотрите, какая красивая рифленая стеклянная банка, потом ее можно использовать как подсвечник, либо для хранения мелочей. Так, в желтой баночке аромат гортензия по 200 рублей. Такие ароматизированные свечи по 150 рублей здесь еще, и украшены они сухоцветами, тоже понюхала, очень вкусно пахнут. 2 варианта, есть с лавандой и с гортензией, по 150 рублей. Из декора круглая стеклянная большая ваза по 700 рублей, а по 190 можно выбрать декор в виде сухоцветов. Махровое полотенце для кухни с рисунком облепихи 220 рублей и рядом хлопковое вафельное за 200 рублей с рисунком орнамента. Ароматический диффузор для дома за 300 рублей с ароматом осени. Аксессуары для ванной комнаты в виде дозатора и мыльницы из стекла. Из посуды есть оранжевый стеклянный салатник за 200 рублей. Тоже я вам показывала его в Магнит Экстра. А вот как раз из новинок это небольшая форма для запекания. Материал керамика, две удобные ручки, оранжевая или серая расцветка за 200 рублей. Салатник с ярким рисунком облепихи, диаметром 15 сантиметров, опаловое стекло, 150 рублей. Далее кухонный текстиль за 499 рублей, жаккардовая скатерть, размер 150 на 180 сантиметров, две расцветки на выбор, 100% полиэстер. Хлопковая сервировочная салфетка размером 35 на 40 сантиметров, 150 рублей. За 350 рублей можно купить вот такой вот замечательный набор из двух пиалок. Они небольшие по размеру, диаметр каждой 13 сантиметров. Состав указан: фарфор, две расцветки, одна с рисунком облепихи, вторая с рисунком орнамента. Есть еще пластиковые миски и салатники для замешивания по 150 рублей и из нержавеющей стали за 300.
А смотрите, какие расцветки полотенец махровых в этот раз. Очень красивые, ненавязчивые, неяркие цвета, 100% хлопок в составе. Размеры есть разные на выбор, вафельные полотенца. Ну, самое маленькое махровое полотенце стоит 130 рублей. Как вам эта коллекция? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, понравилось или нет. Внизу, смотрю, еще есть покрывало из 100% хлопка. Размер 150 на 125 сантиметров, цена 899 рублей. Рядом представлено и плюшевое большое покрывало 180 на 200 за 1000. Хорошенькая и удачная коллекция, мне она понравилась. Ну вот что делать только с теми товарами из прошлых коллекций. И хлопок у них была хорошая, красивая, стильная коллекция, и ландыши. Но все же магнит нас любит и удивляет каждый сезон. Еще узнала, что завтра будет действовать скидка на весь ассортимент минус 20%, так что кому актуально, имейте в виду. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком. И надеюсь, оно было для вас интересно и полезно. Как всегда, желаю вам удачных и, самое главное, выгодных покупок. Всего вам доброго. Всем пока.